Медаль маэстро вручил глава региона Вениамин Кондратьев на праздничном концерте, который собрал полный зал зрителей. Поздравить знаменитого дирижера с 80-летием приехали сотни людей со всего края и других уголков страны. В адрес юбиляра телеграмму направил Владимир Путин. Президент страны отметил уникальный вклад Виктора Захарченко в сохранение и развитие духовного наследия русского казачества и его традиции. Со сцены руководителя хора поздравили губернатор Кубани и председатель ЗАГС Собрания края. Все, что сегодня творит, именно творит Виктор Гаврилович, поэтому оно в душу нам и попадает. Поэтому и сопереживаете, поэтому и верите, поэтому и чувствуете в полном объеме каждую песню, каждый абзац. Любой звук, который с этой сцены раздается, попадает прямо в сердце. И музыка народная, даже если он ее автор, потому что он часть народа. Он чувствует народ, он чувствует, как он живет, он чувствует проблемы. И они сегодня есть, и их достаточно. И он помогает жителям Кубани и всей России не опустить руки, не упасть сегодня, не сдаваться. Ваш талант и самоотверженный труд привели вас к большому успеху, к всемирной известности. Ваше имя на протяжении 44 лет ассоциируется с кубанским казачьим хором. Именно благодаря вам всемирная известность пришла кубанскому казачьему хору. Ему рукоплескали на всех континентах. Под руководством Виктора Захарченко артисты кубанского казачьего хора исколесили практически весь мир. Сегодня музыка маэстро популярна не только в нашем крае и стране, ее знают даже на других континентах. Сам Виктор Гаврилович признался, свои произведения он не пишет, мелодии приходят сами. После концерта подошла женщина и подарила мне стихи. Не успел там глянуть, вот так же волнуюсь, людей там очень много. Положил куда-то, приехал, положил, не понял куда. А потом проходит уже много лет, я там листаю все бумаги. О, какое стихотворение. И вот знаете, я музыку на самом деле не сочиняю. Это абсолютная правда. Музыка рождается просто моментально. Она вот откуда-то идет и все. И вот здесь родилась музыка. Но тема-то какая? Серпневі падають зірки. Земля розщедрилась плодами, залитий сяйвом сад не спить. Він застеляв весь двір грушками. Поздравления от губернатора Кубани и председателя краевого заксобрания Виктор Захарченко принимал и в более неформальной обстановке. Высоких гостей худрук хора встречал в день рождения в своем кабинете. За чашкой чая говорили о дальнейших творческих планах и развитии самобытной кубанской культуры. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.